Рад вас видеть на канале Час Ремонта. Сегодня на обзоре бензиновый генератор FUBAC BS7500. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Бензиновая электростанция FUBAC BS7500 – мощный агрегат для питания электрооборудования мастерской или строительной площадки. Генератор рассчитан на подключение большого количества потребителей и прекрасно справляется с питанием высоконагруженного оборудования. Аппарат может использоваться как резервный источник питания в загородном доме или дачном хозяйстве. Автоматический декомпрессор существенно облегчает ручной запуск модели. Каждая из розеток оснащается индивидуальным предохранителем, что увеличивает срок службы генератора и защищает его от перегрузки. Пластиковые крышки успешно защищают силовые выходы от пыли и влаги. Вместительный бак для топлива обеспечивает продолжительную безостановочную работу электростанции до 6 часов при нагрузке 75%. Датчик топлива позволяет оператору отслеживать уровень топлива и своевременно осуществлять дозаправку. Рекомендуемое топливо – бензин АИ-92. Объем масла в картере составляет 1,1 литра. Специальные демпферы снижают уровень вибрации в ходе работы бензиновой электростанции. Комплектация – генератор, упаковка. Электростанция FUBAC BS7500 – это однофазный бензиновый генератор номинальной мощностью 7 кВт, который подходит для работы с высоконагруженным профессиональным оборудованием или резервированием электропитания в частных домах с большим количеством потребителей электроэнергии. Бензогенератор совмещает высокую номинальную мощность и наиболее полное среди электростанций аналогичной мощности функциональное оснащение. Важной особенностью генератора является эффективное воздушное охлаждение двигателя, что особенно важно при работе с полной нагрузкой. Дополнительное оснащение данной модели повышает комфорт и расширяет возможности эксплуатации электростанции. Преимущества: прочная стальная рама, русифицированная передняя панель, многофункциональный дисплей для визуального контроля напряжения, частоты и количества отработанных моточасов, автоотключение при коротком замыкании. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала я расскажу вам, на что жалуются обладатели этого аппарата. Нет ручек и колес. Тяжело заводить руками, тугой стартер. Нет возможности подключить блок автозавода. Цена сильно кусается. Немного шумноват. Буду объективным и сейчас расскажу еще и о положительном мнении пользователей этой модели. Автоматически глохнет при превышении мощности. Автоматически глохнет, если в картере нет масла. Вибрация присутствует, но совсем небольшая. Большой топливный бак. Большой запас мощности. Уверенно работает на холоде. Собран добротно, ничего нигде не болтается. Удобно заводить с ключа. Возможно, вы станете владельцем этой модели бензинового генератора. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!